На аэродроме «Чайка» под Киевом успешно состоялся первый авиационный фестиваль. Популяризировать авиационный спорт в Украине и привлечь к нему внимание общественности – такой целью руководители, организаторы, собственно, этого мероприятия и руководствовались. Справились ли с задачей – неизвестно, но без внимания нашего Андрея Дрофы авиашоу не состоялось. Готовящийся к взлету пилот шлет привет первому авиационному фестивалю на аэродроме «Чайка». Среди его участников Як-18Т, спроектирован еще во времена Советского Союза, как учебно-тренировочный самолет гражданской авиации. За штурвалом летающей парты 75-го года выпуска командир Андрей Демидов. Компоновка кабины, приборной панели и органы управления спроектирована так, как идентично, как на пассажирских самолетах. Мечтая о небе со школьной скамьи, Андрей осуществил ее лишь к 40 годам. И вот уже 6 лет, как, собственно, я отсюда и не выхожу. Научился летать на этом самолете, получил лицензию. Прилетевший из Черниговской области Юрий мечту о личном К-10 «Свифт» стоимостью 80 тысяч евро осуществил 3 года назад. Но до сих пор относит себя к начинающим пилотам. При выборе учел то, что самолет неплохой, и то, что производитель здесь в Киеве, поэтому с запчастями, если понадобится, проблем нет. Не проблемой прилететь на фестиваль на самолете оказалось и для семьи Юзефовых. Это Piper Cherokee, один из наиболее популярных наравне с Cessna частных самолетов. Всего на фестивале было представлено около 50 самолетов. Они и приняли участие в авиационном статическом шоу. Некоторым повезло больше продемонстрировать акробатические полеты в родной среде, в воздухе. Свою порцию незабываемых впечатлений здесь, на слете малой авиации со всей Украины, получил каждый. Ведь небо и полеты никого не оставляют равнодушными. Андрей Дрофа, Андрей Скрогленко, 112 минут.